Спасибо. Врача поданы документы на повышение квалификации категории. То есть можно. Ну, давайте разобьем, да? Первое. Приоритеты. Вот, потому что сейчас это не мои компетенции. Угу. Вот. Но если как бы у нас все будет хорошо, то я обязуюсь добиваться того, чтобы врачи были отмечены и обязательно отмечены. У меня снова трое детей. 3 раза я был в роддомах, поэтому... Это не забываю. Для меня врачи — это святые. Спасибо огромное. Спасибо. Алексей Николаевич, можно пару слов для прессы? Уточните, пожалуйста, в качестве кого вы проводили эту встречу? Вы же сказали, что не кандидат. Пока не кандидат. Я собираюсь быть кандидатом. Надеюсь, меня партийный съезд утвердит. И с этой целью приехали? С этой целью, да, конечно. Да я знаю, ты же видишь, что я по-быстрому, по-быстрому. Маш, ну спроси. Как вот так вот, так и будет. Вот, ну тем не менее.